Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai. Попросили показать, как я мою свой двигатель. Никакое это не обучающее видео, как и весь мой канал. Я просто показываю то, что делаю я. Двигатель не замасленный, просто пыльный, грязный. Я его помою одной химией для Керхера, которая идет. Открываю капот, обливаю двигатель. Жду примерно 7 минут и смываю. Потом я его обдуваю компрессором. На данный момент двигатель выглядит вот так вот. Маслянистых подтеков на нем нету, мазутных есть вот здесь сзади небольшое вот такое маслянистое пятно, но это все сойдет от Керхера. Катушки я заливать не буду, трамблера здесь нет, поэтому мою я его смело, я не боюсь. Хотя многие современные автомобили, они боятся мойку Керхером, нужно мыть паром. Пену для мойки я использую фирмы Grass, Active Foam Red, вот именно красная. Номер ее идет для заказа 80-302. Под этим номером она приходит. Развожу ее 1:5. Здесь набрал немного в пеногенератор. И заливаю. А теперь жду 7 минут. Можно где-то щеточкой подтереть. В принципе, это химия. Грязь сбивает хорошо. Генератор заливать не боюсь, я его потом компрессором продуваю. Ну, вот таким, где удобно пробежаться, щеточкой почистить. Прошло 7 минут, начиная с капота. Эх, ха-ха. Так, капот помою, переставлю камеру.
Вот таким образом все смываю. Все снизу чисто и блестит. Теперь даю маленько сбежать и обдую компрессором. Все маленько посбежало. Беру компрессор и сдуваю воду лишнюю. Особое внимание генератору, с него я побольше сделаю. Вот так вот выглядит мой двигатель после мойки. Ну а сейчас заведу.
Многие как раз от этого момента и боятся помыть машину, и потом у ней случится проблема. Опять же, у европейцев это сплошь и рядом происходит. Но у японцев такое бывает крайне-крайне редко, и то это, как правило, уже на довольно такие стареньких автомобилях, на которых резиновые уплотнители высохли, крышки блоков предохранителей, разъемов, все нарушено, вода попадает. Ну и под катушки, конечно, если попадает в свечи. А когда новый исправный автомобиль, этого просто быть не должно. Вот так вот мою я свои двигателя. На этом все. Всего вам доброго.